То есть мы сейчас будем разрабатывать методы тренировки, с помощью которых можно изменять внутреннее содержание нашей мышцы. Я сокращаю, так сказать, описание мышц и всего остального, поскольку считаю, что большинство уже эту лекцию слушали. Ну и в учебниках про это написано, в физиологии в частности. А вот про то, как это тренировать, это почти нигде не написано, только, может быть, в моих публикациях. Итак, первое, что надо сказать, чего вообще надо изменить у любого спортсмена, в частности, у борца. Ну, в зависимости от вида спорта работают разные мышцы. Возьмем велосипедный спорт, там только ноги работают, да? Причем не все ноги, а только четырехглавые, задняя поверхность и ягодичные, все. Больше остальное практически не работает. Ну, в горах там еще может он что-то поработает, когда будет идти на стой на педали. У легкоатлета примерно та же самая ситуация, бегуна. А если взять борца, то, скорее всего, мышцы ног должны быть развиты как-то средне. А вот мышцы рук должны быть развиты, ну, собственно говоря, почти на пределе возможностей этого человека. Мышцы туловища, ну, тоже, ну, не на пределе, но хотя бы процентов на 70 от некоторого предела. Поэтому как бы вот по иерархии сначала руки надо тренировать и, может быть, начинать даже с кистей. Потом идут мышцы, соответственно, рук, но, так сказать, более высоко лежащие, ближе к центру тела, да? А потом мышцы туловища и только потом мышцы ног. Ну и вот эти мои мысли, они не просто с потолка взятые. Ну, во-первых, просто из педагогического наблюдения достаточно борцов раздеть, поставить рядом других спортсменов, и вы сразу увидите, как они развиты. Допустим, если взять велосипедистов, там одни ноги, да? Если взять борца, то ноги намного хуже, чем у велосипедиста. А вот руки и плечи, мышцы туловища намного лучше развиты. Уже хотя бы этого достаточно, чтобы понять, что надо тренировать. А теперь заглянем внутрь этих мышц и посмотрим, что там надо тренировать. Так вот, в мышцах рук, мы так устроены, вот все люди практически так устроены, преимущественно имеются так называемые быстрые мышечные волокна или гликолитические. Вот мышцы рук так вот у человека заведено, с тех пор, как он из обезьяны превратился в человека, да? Вот руки быстрые, а ноги, ну, такие средние. Мышцы туловища тоже, ну, относятся к таким к средним мышцам, где 50% медленно, 50% быстро. Но это в среднем у человека. А так, вообще говоря, все люди различаются. Так вот, поэтому-то, поскольку в руках, а это самое главное для нас, да, слишком много быстрых мышечных волокон, их очень трудно тренировать, их очень трудно переделывать в окислительные мышечные волокна. Поэтому вот тут вот возникают большие проблемы, как надо заниматься тренировкой рук. Вот чтобы разобраться с методами тренировки, вот предлагается такая таблица, как и в прошлый раз, мы сейчас эту таблицу будем повторять. Она будет состоять из 10 клеточек. Первая клеточка – орган, потом будет клетка, потом будет органелла, потом будут факторы, а потом будет интенсивность сокращения мышцы, интенсивность упражнения, продолжительность упражнений, интервал отдыха, количество повторений, ну и количество тренировок в неделю. Вот сейчас по этой схеме мы попытаемся разрабатывать методы тренировки, с помощью которых можно изменять внутреннее содержание мышц. Берем орган, мышца. Какая-то условная мышца. Допустим, я все время думаю только про четырехглавую, потому что она, как бы, легче тренируется. Ближе к велосипеду. Да, ближе к велосипеду. Клетка. Это получается у нас, ну, мышечное волокно, да? Но какое? Для начала рассмотрим гликолитическое мышечное волокно. Или там быстрое мышечное волокно. Органеллы. Что мы можем внутри клетки поменять? Мы можем там поменять только миофибрилы и только митохондрии. Можно менять количество энергии, которое есть в клетке, в виде капелек жира, либо в виде количества гликогена. Но для вашего вида спорта это не имеет принципиального значения, поскольку длительность поединка всего 5 минут. И запасов энергии всегда хватит. Поэтому мы даже это сейчас рассматривать не будем.
А теперь посмотрим, как надо поменять количество миофибрил внутри гликолитического мышечного волокна. Ну, напоминаю, что мышца состоит из клеток. Эти клетки называются мышечные волокна. А внутри мышечного волокна есть органеллы, то есть составляющие. Вот главная составляющая для спортсменов – это то, что сокращается. Вот то, что сокращается, называется миофибрилой. И вот этих миофибрил внутри клетки, ну, несколько там сотен тысяч. Они такие мелкие, что даже помещаются в мышечном волокне, которое тоже очень маленькое. А несколько сотен тысяч этих миофибрил. Все они там в пучки такие объединяются и так далее. Но состоят они из саркомеров, а саркомеры состоят из актинов и миозина, ну и так далее. Значит, наша задача увеличить количество миофибрил. То есть, человек стал сильнее, главной морфологической основой этой силы – это вот количество миофибрил внутри каждого мышечного волокна. Чем больше будет миофибрил, тем сильнее будет человек. Соответственно, мы видим при этом гипертрофию мышцы в целом. Спрашивается, какие факторы существуют для роста этих самых миофибрил. Первый фактор – это аминокислоты. АНК я так пишу, аминокислоты, иначе говорят белок. Если вы белка мало употребляете, то, соответственно, мышца расти не будет, белок не строится. Значит, без достаточного количества белковых продуктов питания вы мышцу не построите. Причем этот белок должен быть полноценный, иначе говоря, животного происхождения. И для спортсменов, в частности борцов, у которых большая мышечная масса и много надо мышечную массу содержать, так сказать, в наличии, вот этого количества белка съедаемого должно быть довольно большим. Ну, для нормального человека это 1,5 грамма на килограмм веса человека. Это для нормального человека, который хочет хоть что-то прибавить при обычной тренировке. Для борца, который тренируется по 2 раза в день, каждый день практически, этого количества недостаточно. Надо съедать по 2, по 3 грамма, может быть даже по 4. В зависимости от того, на каком этапе подготовки он находится. Спрашивается, сможет ли он усвоить столько белка? Он не может усвоить столько белка. Его пищеварительный тракт усваивает максимум 2 грамма белка на килограмм. Это если там пересчитать, это будет где-то там 200-300 граммов, вернее так, порядка 500-600 граммов мяса в день. Вот столько он человек способен усвоить. Но нам надо съедать где-то 2-3 килограмма мяса в день. Вот столько человек не сможет переварить. То есть, да. Вот для этого стали придумывать пищевые добавки. Значит, без пищевых добавок спортсмен национальной сборной команды быть не может. То есть он обязан принимать пищевые добавки. Это прежде всего белковые смеси. Они бывают там яичные, бывают вот эти коровьи, биф, говядина. Да? Но самое главное, чтобы это были не чистые аминокислоты, а были аминокислоты, так называемые, ну, полураспавшиеся. Так, чтобы вот эти аминокислоты были хотя бы немножко сцеплены по 3-4 молекулы в единое целое. Вот наш организм понимает сцепленные аминокислоты, а каждую отдельную аминокислоту он плохо понимает. Поэтому чистую аминокислоту съели, усвоили только 30% от этого съеденного. А если будет такая полуразрушенная масса, то она будет усваиваться процентов на 70. Поэтому обязательно надо смотреть, чтобы это был гидролизированный белок, так чтобы он был разрушенный, но не до конца. Чистые аминокислоты лучше вообще не принимать. Хотя в отдельных случаях можно и чистые аминокислоты принимать, но ради других целей. Там некоторые аминокислоты, они тоже стимулируют синтез белка. Поэтому некоторые аминокислоты можно, там такие ветвящиеся аминокислоты есть, вот их можно принимать в дополнение к этому. Итак, аминокислоты. Соответственно, витамины, чтобы это все было пополнено. Следующий фактор – это гормоны. Значит, надо, чтобы в организме было достаточное количество гормонов, тогда будет идти синтез. Спрашивается, где эти гормоны, откуда они появляются? Значит, появляется главный гормон, который строит мышцу, из гипофиза. А гипофиз начинает интенсивно работать только в состоянии стресса. Если человек испытывает тяжелое состояние, если он возбужден,
поднимает, допустим, предельный вес или испытывает сильную боль, вот тогда гормон роста появляется, и плюс всякие другие гормоны, которые позволяют выделяться еще тестостерону. Значит, только в стрессовом состоянии гормоны появляются. Если ваши железы нормальны, если железа уже, если сказать, измучена, то она уже гормонов не выделяет. И вот вся, весь опыт сборной команды Советского Союза по любой борьбе и по всем другим видам спорта, он показывает, что если вы будете тренироваться так, как написано во всех учебниках, там, у Верхошанского, у Кузнецова, там, у Суслова того же, то эндокринная система через 4 месяца предсоревновательной подготовки будет уничтожена. И так тренироваться нельзя. И вот сейчас, по мере того, как допинг-контроль все больше берет в силу, входит в силу, вы, тренируясь по старым схемам, по старым методикам, которые существовали в Советском Союзе, погубите спортсмена, каким бы он талантливым ни был. Супер талантливый будет, он будет погубить. Он будет эндокринная система изношена через 4 месяца, и человек просто распадется на вас на глазах. Он не сможет тренироваться. Что делали в советские времена? Просто давали анаболические стероиды. Поскольку допинг-контроль был плохой, давали анаболические стероиды. Просто ритоболил, кололи в задницу, в масляный раствор. Он держится там чуть ли не 2 года. То есть он работает месяц, потом надо опять колоть. А значит, сейчас, если уколоть ритоболил, то человека поймают на допинг-контроль через 2 года. Поэтому ритоболилом сейчас никто не пользуется. Пользуются только таблетками. Эти таблетки работают в течение 150 дней. Если вы проглотите таблетку метана, да, то вы получите ответ, так сказать, хороший с точки зрения роста силы, но вас поймают в течение 150 дней. Вот через 150 дней вроде бы еще как бы могут и не поймать, но могут и поймать. Зависит от того, как у вас организм выводит. Поэтому вот они начинают принимать такие препараты, как типа фуросемид, чтобы мочегонный был эффект, чтобы выводить из вас воду, чтобы быстрее вывести вот эти вот метаболиты, которые перерабатываются. И так далее. В настоящее время, для того, чтобы компенсировать вот этот вот эффект гормонов, чтобы человек не умирал, пытается использовать другие препараты, которые не запрещенные. Вот по поводу того, о чем надо было поговорить, я ваши замечания учел, немножко побольше говорю про пищевые добавки. Вот допинговый центр в Москве, Семенов там сидит, вот они разработали пищевую добавку, которая называется Русолимпик. Там витамины, там еще всякие минеральные вещества всякие, но главный компонент, который они туда ввели, называется левзея. Вот есть такое растение левзея, и в нем содержится тоже своего рода гормон. Гормон типа тестостерона. Но этот гормон растительного происхождения, и он не запрещен. И вот этим вот левзеей сейчас кормят все команды сборной команды России по всем видам спорта. Вот. Чем больше этого Русолимпика съешь, там, правда, дозировка очень маленькая, по 1-2 таблетки рекомендую. Но на самом деле спортсмены будут есть по 10 таблеток, вот, иначе эффекта сильного не будет. Ну вот, во всяком случае, вот один из путей, так сказать, поддержания мышечной массы, поддержания здоровья человека, это вот использовать гормоны растительного происхождения. Они не запрещены, а мы обязаны их использовать, чтобы не перетренироваться. Значит, вот гормон. Это стрессовое состояние, собственные гормоны выделяем, а в помощь к этому, в ходе длительного тренировочного процесса, надо принимать пищевые добавки, в которых есть вот эти вот растительные гормоны. Дальше. Что еще влияет на рост миофибрил? Вот свободный креатин. В нашем мышечном волокне есть креатин-фосфат. Когда мы начинаем тренироваться, он распадается на креатин и на фосфат. Вот этот свободный креатин, он работает, ну, грубо говоря, как гормон. Вот вместе креатин и гормоны, которые, собственно, есть у человека, вот они вместе как бы начинают работать, действуют на ДНК клетки и заставляют строить миофибрил. И еще фактор такой, как ионы водорода. Значит, ионы водорода, когда их очень много, это очень вредно. Но существует некий оптимум, легкое закисление. Оно полезно. Ферменты лучше работают, поры открываются в мембранах, там в мембранах куча дырок, только они все как бы слипшиеся,
А вот под действием ионов водорода эти дырочки начинают как бы открываться. А гормон – это белок, очень много всяких там молекул внутри этого белка сидят. Чтобы проникнуть через эту дырку, существуют специальные рецепторы, которые туда их затаскивают. Но надо им помочь. Вот ионы водорода эти дырки как бы приоткрывают. Они как бы частично разрушают эти мембраны, не до конца. И позволяет им легче туда проскочить. Вот отсюда вот как бы четыре главных фактора. Аминокислоты, гормоны, креатин, ион водорода. Вот они и способствуют тому, что идет мощное воздействие на ДНК клетки. И клетка в ответ отвечает тем, что она строит новые миофибрилы. Вот если теперь поверить в то, что такие факторы существуют, надо придумать такие методы тренировки, чтобы они позволили изменить содержание миофибрил внутри мышечного волокна. Вот отсюда параметры метода тренировки. Интенсивность сокращения мышцы, интенсивность упражнения, продолжительность выполнения упражнения, интервал отдыха, количество повторений, то есть количество серий и количество тренировок в неделю. Итак, первое, с чего надо начать, это интенсивность сокращения мышцы. Ну, мы в прошлый раз писали, больше 80% от максимума. Значит, откуда эта цифра берется? Из физиологии. Там известно, что если человек напрягает свои мышцы с усилием 80% от максимума, то рекрутируется, включается в работу все мышечные волокна. Значит, как только мы с этим усилием начинаем работать, вся мышца функционирует. Причем в гликолитических мышечных волокнах идет анаэробный гликолиз, и там образуется ионы водорода. А в окислительных мышечных волокнах, если режим динамический, допустим, подняли штангу, поставили ее на грудь, это динамический режим. Мышца напрягается, расслабляется. В этом случае в гликолитических продолжается накопление ионов водорода, потому что они не могут его перерабатывать, там нет митохондрий. А в окислительных, пока вы расслабились, ионы водорода почти исчезают. Вот вы выработали ионы водорода, немножко. А потом они раз исчезли, потому что митохондрии съедают их. И получается, что вот этого фактора, ион водорода, в окислительных мышечных волокнах не образуется. И поэтому, когда вы работаете в динамическом режиме с усилием больше 80% от максимума, это классический как бы вариант тренировки на гипертрофию мышц, окислительные мышечные волокна практически не меняются, а меняются только гликолитические. Вы тренируете только полмышцы, которые высокопороговые, так называемые. А те, что низкопороговые двигательные единицы, мышечные волокна, они практически в силовом аспекте не тренируются. Сейчас мы потом это уточним. Итак, больше 80% тренируете в основном гликолитические мышечные волокна. С точки зрения воздействия на ДНК. Интенсивность упражнения. Вот если со штангой работаете, то у вас есть период напряжения мышц и период отдыха, расслабления. Поэтому если в среднем разделить работу выполненную на время выполнения упражнений, то чем больше отдыхаешь, тем меньше интенсивность. Поэтому упражнение со штангой это будет 10% от возможной максимальной интенсивности. А вот бег спринтерский, допустим, или очень высокоинтенсивный вот это же выжимание штанги, будет где-то 100%. Продолжительность выполнения упражнений. Задача накопить как можно больше свободного креатина. А он накапливается в течение где-то 15 секунд. Это если делать упражнения циклического характера. Но за это 15 секунд, если, допустим, бежать, у ионного водорода много возникает, поэтому немножко опасно. Но все-таки где-то вот так вот надо тренироваться. А если эту штангу поднимаем, то до отказа. Как только вы уже не можете штангу поднять, тогда вот запасы АТФ, креатин фосфата закончились. Отсюда мы пишем до отказа. То есть я даже не пишу, ни сколько раз поднять, ни сколько времени бежать. Должен наступить отказ от выполнения упражнения. Это уже независимо от формы упражнения. Хотя можно перейти на конкретику. Сколько раз надо поднять штангу, чтобы накопилось максимум креатина. Это примерно так получается. Где-то вот как раз от 6 до 12 раз, да? Можно тут написать 6-12 раз подъем штанги. А если по времени посчитать, то это будет там 6 раз. Это будет где-то, может быть, секунд за 20. А 12 раз это уже где-то за 30-40 секунд. И получается, причем где-то 15 секунд, да?
Потому что вы подняли, штангу положили, отдыхаете. Подняли. Именно поэтому несколько увеличивается время. Если пауза отдыха очень маленькая, то тогда время работы, вот в беге, 8 секунд, и уже запасы АТФ и тропинфосфата практически заканчиваются. Это когда вы бег 100 метров, последние 20 метров уже никто не добегает. Потому что уже всех скорость падает. Почему? Потому что вот заканчивается запас. Поэтому по времени где-то 8 секунд типа бега. Если это будут прыжки, например, там вы оттолкнулись и летите долго. Пока летите, отдыхаете. Поэтому получается там тоже по времени много получается. А по количеству отталкиваний будет примерно, ну, чуть побольше, чем здесь, ну, где-то от 10 до 15 раз. Так что все равно, поскольку вы все спортсмены бывшие, или, по крайней мере, близко к этому, то вы все эти упражнения делали. И вы знаете, если делать что из силы, то чувствуете момент, когда дальше делать так упражнение нельзя. Либо прыжки, либо жим штанги, либо там, бег спринтерский. Вы знаете, вот момент, когда начинает возникать сильное локальное утомление, это и есть момент, когда заканчивается креатинфосфат. Ну вот желательно, чтобы это было где-то в пределах вот от 8 секунд там, до 30-40 секунд, в зависимости от продолжительности отдыха. Интервал отдыха. После того, как эту работу выполнили. Вот после такой работы, вот этот креатинфосфат в гликолитических мышечных волокнах восстанавливается за счет анаэробного гликолиза. Значит, идет накопление ионов водорода. И они начинают разрушать клетку. Поэтому интервал отдыха должен быть обязательно активным. Надо, чтобы кровь гуляла по организму и вымывала ионы водорода и лактата к сердцу, к диафрагме, к другим мышцам, которые эти вещества могут съесть. Если вы их не будете съедать, будете просто лежать, то ионы водорода будут оставаться в мышечном волокне целый час. А вот наша задача, чтобы они были как можно меньше. Они вот пока мы работу выполняем, ну еще 30 секунд после работы, они еще полезны. А потом они только вредят. Поэтому задача как можно быстрее их съесть. Это можно сделать, так сказать, работой циклического характера, например, на уровне аэробного порога или даже ниже аэробного, ну где-то вот около аэробного порога. Ну, если это мы для рук сделали работу, а руки очень слабые в этом смысле, в аэробном отношении, то хотя бы махать руками надо, хотя бы что-то хоть бы делать, хоть что-то делать, но лишь бы из них вымывался этот лактат ионоводорода. Вот тогда ничего вредного с мышцей не произойдет, она не будет разрушаться. Поэтому отдых активный, а продолжительность его от 5 до 10 минут. Один раз поработали, вот 5-10 минут надо отдыхать. А если пассивно, то 60 минут. Поэтому вот некоторые велосипедисты так тренируются. Они выезжают на трек, спринтер, потом делают ускорение метров на 300, потом опять слезают с велосипеда, сидят на трибуне. Посидят часик, потом опять выйдут, покатаются, еще часик посидят. Вот примерно так могут тренироваться. Такой Амари Хакадзе был. С такими большими ногами, вот он так любит. Количество повторений. Сколько раз надо повторить, чтобы добиться хоть какого-то результата? Значит, если это будет ну, меньше 3 и 3 включает, да, или там равно так, то это будет развивающая тренировка, тонизирующая тренировка, и практически можно тренироваться ну, чуть ли не каждый день. 7 раз в неделю можно так тренироваться. Эффект роста силы, если тренироваться раз в неделю, два раза в неделю, конечно, не будет. Только поддержание силы. Но если все-таки 7 раз в неделю так тренироваться, даже эффект развития силы будет. Хотя я вроде ничего особенного не делаешь, так слегка потренировался вроде бы на первый взгляд. На самом деле эффект будет. А вот если от 4 до 9, то это вот уже действительно развивающий вариант будет. Но такую тренировку больше, чем раз в неделю уже делать нельзя. Почему нельзя больше раза в неделю одну мышцу тренировать? Речь идет только об одной мышце. Потому что другую мышцу можно тренировать в этот же день, или на следующий, или через 2 дня. Это уже ваши проблемы, как надо построить тренировочный процесс. А вот одну конкретную мышцу вот раз в неделю можно дать развивающую работу. Почему такое происходит? Дело в том, что мы заставили мышцу выдать из ДНК информацию о том, что надо строить миофибрил. Вот эта миофибрилла строится дней 15. Это где-то на 80, почти 90%. А еще оставшиеся 10% этой миофибриллы строится еще 90 дней.
Почему так получается? Дело в том, что вот эта миофибрилла состоит из середины и из концов. Концы — это уже как бы сухожильная часть, а середина — это, ну, сама мышечная часть. Вот эта сама мышечная часть, она строится более-менее быстро. Там ферменты очень быстро образуются, а вот там, так сказать, все компоненты, все миофибрилы строятся 10-15 дней. А потом надо сухожильную часть еще доукрепить, достроить. Вот и получается такая штука. Если вы даете анаболические стероиды, как-то раньше давали очень много, да, штангистам, вот такая гипертрофия уже вроде бы появляется. А потом выходит на соревнования, и отрыв происходит. Почему отрыв происходит? Потому что сухожильный компонент не успевает за ростом вот середины мышцы. Она становится очень мощная, а сухожильная часть слабая. И в итоге начинаются колоссальные травмы, страшнейшие травмы. Мало того, еще и мышцы плохо расслабляются при приеме анаболиков. В итоге, значит, получается травматизм. Значит, надо дать мышце построиться. Если вы не дали мышце построиться, самой внутренности своей, то будете просто этому процессу мешать. Вот будете много раз закислять мышцу, и она перестанет строиться. Она будет хочет построиться, вы то, что хочет построить, разрушили. Опять вот делали тренировку, опять заставили ее разрушить. Поэтому в большинстве случаев люди, которые тренируются по системе Вейдера, они добиваются того, что у них сила перестает расти. Она растет первый там год, полтора года, а потом просто люди все встают, и ничего у них не получается. Первая причина в том, что надо принимать анаболические стероиды. Вся система Вейдера культуристическая построена на анаболических стероидах. Надо принимать по 40 таблеток метана в день, чтобы мышцы росли по системе Вейдера. А если отказаться от системы Вейдера и перейти на тренировку Менцера, так называемую, вот то, что я нарисовал, это примерно система Менцера. Один раз 15 дней развивающая тренировка. Ну, один раз в неделю примерно то же самое. Тогда можно вообще не принимать анаболических стероидов или хотя бы одну таблетку в день максимум. Поскольку эндокринная система щадится, ничего страшного не происходит. Так что вот вариант тренировки классический, который во всех учебниках написан. Вот так можно тренироваться и увеличивать силу. Причем вот я вывел ее на основе законов биохимии и физиологии. А вот что касается окислительных мышечных волокон, то такая тренировка эффекта не дает. И поэтому в большинстве видов спорта, когда берут биопсию, то обнаруживают быстрые мышечные волокна, крупные, большие, а окислительные мышечные волокна, медленные мышечные волокна, они маленькие по размеру. Отсюда физиологи пришли к выводу, что это, мол, такая природа, мол, так они устроены. Но в конце концов люди научились брать биопсию не просто у средних спортсменов или у людей, которые не тренируются, а у суперэлиты культуристов. И обнаружили, что у них медленные такие же большие, как и быстрые. А почему так происходит? Вот я сейчас попытаюсь объяснить. Берем миофибрилы окислительных мышечных волокон. Факторы. Те же самые аминокислоты, гормоны, креатин и ион водород. Но ион водород в окислительных мышечных волокнах не может образоваться. Помните, там есть митохондрия, и пируват сразу проникает внутрь митохондрии, ион водорода туда же в митохондрии заходится и превращается в воду. И поэтому основного фактора развития не существует при динамических упражнениях. И вот понимая это, мы придумали, нигде в мире до этого не додумались, мы придумали статодинамические упражнения, упражнения, которые выполняются без расслабления мышц. Но на самом деле культуристы это давно делают. Вот. Вот когда они на бицепс работают, то они, как правило, мышцы не расслабляют. И они хотят добиться того, чтобы после упражнения мышца набухла, чтобы она стала толстой такая. Вот тогда они говорят, есть эффект, есть прилив крови и есть прилив питательных веществ. Но это чушь собачья, потому что когда марафонец бежит, у него прилива там много, только толку никакого, сила не растет. Значит, дело не в приливе питательных веществ, а в механизме набухания мышц. А механизм очень простой. Если вы стали выполнять для окислительных мышечных волокон упражнения без расслабления, да, то тогда внутрь этого мышечного волокна перестает поступать кислород, потому что кровоток перекрыт. Мышца набухла, вернее, она вот сократилась, она утолщилась, и внутренние капилляры все перекрыты. Если вы это долго делаете, 5 секунд, 10, 20, 30 секунд, то начинается гипоксия, и мышца начинает болеть. Почему болит? Потому что ион водорода появляется. Вот только в этом случае, в динамическом варианте, когда кровь выдавливается все время из мышцы,
такого не может произойти. И вот поэтому выполнение статодинамического упражнения, значит, пишем, меньше 60%, там до 30% от максимума может быть упражнение с такой интенсивностью. Интенсивность упражнения, ну, 50%, меньше 50%. Ну, как правило, это силовые упражнения. Продолжительность выполнения упражнения, ну, 30, там, 45 секунд. Вот такая вот продолжительность, она чисто эмпирически получается, и можно теоретически объяснить, почему так. Это как раз вот время накопления ионов водорода внутри мышцы, тогда она начинает болеть. А продолжительность на самом деле до боли. То есть главный эффект возникает, когда боль появляется. А она должна появиться на 30-45 секунды. Вот если боль появилась в это время, то ничего страшного с мышцей не произойдет. Боли есть от ионов водорода, но их еще мало. Если боль появится через 60 секунд, через 2 минуты, то это очень долго ионы водорода там сидят. Они начинают уже разрушать мышцы. Поэтому вот в статодинамических упражнениях или статических упражнениях продолжительность должна быть в пределах 30-45 секунд, но главное до эффекта боли. Нет боли, нету стресса, нет гормонов. То есть вот, чтобы мышца начала развиваться, надо, чтобы появились гормоны. Без гормонов вообще ничего не будет. Так вот, чтобы гормоны появились, надо, чтобы был стресс. Вот в этом случае стресс из-за отказа, потому что ты напрягаешься, нечем давить, и ты возбужден. А в данном случае ты возбужден, но не от того, что не можешь поднять груз, а от того, что очень сильно болит. И тогда появляется стресс, идут гормоны, и начинается потом эффект роста мышечной массы. Соответственно, интервал отдыха тоже активный отдых и 5-10 минут. Хотя на самом деле можно, в принципе, тут немножко сократить, потому что митохондрий много, очень быстро мышцы восстанавливаются. Количество повторений примерно та же самая картина. 3 раза тонизирующее, 4-9 раз будет развивающее. И количество тренировок в неделю, ну, в принципе, это один, но иногда допускается даже 2 раза. Потому что мышцы, окислительные мышечные волокна, они не так сильно разрушаются, как гликолитические. И можно так немножко пожестче с ними обойтись. Так что вот есть два пути в различных мышечных волокнах по-разному, значит, управлять изменением количества миофибрил. И вот на практических занятиях ребята вам покажут, как это натурально делается на занятиях у самбистов, там, у дзюдоистов, чтобы вы, так сказать, на себе ощутили и с помощью их вы посмотрели, какие бывают разные варианты и до какого состояния надо себя доводить. Какой интервал отдыха, как организовать тренировку по кругу, чтобы несколько мышц задействовать. Я думаю, на практических занятиях это все будет просмотрено. Теперь можно решить еще такой вопрос. Есть борец. Спрашивается, а что надо увеличивать, силу чего надо увеличивать? Либо силу гликолитических мышечных волокон, либо силу окислительных. На что надо отдать предпочтение? Если бы это был спринтер, мы бы однозначно сказали, прежде всего, гликолитические или быстрые, потому что они обеспечивают скорость бега. А эти, они тоже важны, но это вторая очередь. А у нас все наоборот. Наша задача быть выносливым, продержаться все 5 минут и не без утомления. Поэтому наша задача прежде всего увеличивать силу окислительных мышечных волокон. Потому что они как бы по своей природе приспособлены к тому, чтобы создавать митохондрии и таким образом увеличивать свои аэробные возможности. Значит, тут как раз момент сказать, как можно увеличить количество митохондрий. Да? Значит, митохондрии – это вот такие вот органеллы, которые сосредотачиваются в клетке, в тех местах, где нужны молекулы АТФ. И если нарисовать как бы мышечное волокно, так условно, да, сухожильные концы, середина, тут вот ядра ДНК находится, а тут, допустим, миофибрила и вторая миофибрила. Так вот, в окислительном мышечном волокне, вернее так, в гликолитическом мышечном волокне, вот так все примерно и выглядит, и очень мало митохондрий. Они есть отдельные, но очень их мало. Вот это вот как бы гликолитическое мышечное волокно. А в окислительном мышечном волокне митохондрий очень много. И они сплошным потоком вот так вот окружают каждую миофибрилу.
И получается так, что новые митохондрии пристроить невозможно. Вот отсюда и всем известный как бы, практический так сказать, вывод или положение, что бегая трусцой олимпийским чемпионом не станешь. Но все-таки это положение можно опровергнуть таким образом. А давайте создадим новую миофибрилу, и тогда вокруг этой новой миофибрилы появятся новые митохондрии. Человек станет олимпийским чемпионом, бегая только трусцы. В принципе, в лаборатории мы это проверили, и так получается. Итак, смотрите, какая картина. Если вы занимаетесь силовой подготовкой окислительных мышечных волокон, то митохондрии сами по себе вырастут, когда вы будете заниматься технико-тактической работой. Вот вы вечером, допустим, после занятий занимаетесь силовой подготовкой и увеличили силу окислительных мышечных волокон. Завтра вы придете на тренировку и будете заниматься технико-тактической работой. Она такая не тяжелая, но иногда надо взрываться и так далее. Но митохондрии там начнут развиваться. Потому что сами по себе. Потому что эти окислительные мышечные волокна будут в течение полутора часов все время в работе. Все время в нормальном состоянии, когда достаточно кислорода. Вот чтобы митохондрии росли, надо, чтобы были эти самые аминокислоты, да? Ну, гормоны, конечно, тоже желательно, чтобы были, но это, в общем, так сказать, деталь. А вот самое главное, чтобы там был кислород. А второе главное, ионы водорода, но их там не должно быть. Ионы водорода лишь митохондрии разрушают, поэтому надо так тренироваться, чтобы ионов водорода было минимальное количество. А кислорода было по максимуму. Вот это получается как бы техника тактической работы. Поэтому получается, если спортсмен занимается силовой работой, увеличивая силу окислительных мышечных волокон, а потом просто техника тактической, это уже достаточно, чтобы выйти на самый верхний уровень физической подготовленности. И больше вообще ничего не делать. Это самый простой вариант. Причем шансов перетренироваться почти нету, ну кроме того, что вот все время стрессы идут, и можно немножко эндокринную систему, так сказать, измучить. Ну если дать раз в месяц 5, 6, 10 дней отдыха, ну снизить нагрузку, то эндокринная система останется живой. Так что вот получается, если выполнять эту силовую работу, автоматом вырастут митохондрии окислительных мышечных волокон. Вот такой вот парадокс. А вот что касается проблемы аэробных возможностей гликолитических мышечных волокон, вот эта проблема более сложная. И самое главное, что во всех видах спорта, в том числе и в вашей борьбе, все вы, не догадываетесь даже об этом, может быть, занимаетесь только этим, больше ничем. Вот занимаетесь вы технико-тактической работой, занимаетесь вы какой-то специальной физической подготовкой. Вы, если стремитесь к высшему спортивному мастерству, добиваетесь того, что увеличиваете запасы митохондрий в гликолитических мышечных волокнах. Больше вы ничем не занимаетесь. Вернее, не должны заниматься. На самом деле, большая часть работы иногда превращается в то, что вы уничтожаете эти митохондрии. Вот сделали острую работу, сильно закислили организм и мышцы, уничтожили митохондрии. Прошло некоторое время, отдохнули, вроде восстановились, опять измордовали человека, опять он форму потерял. Так на протяжении десятков лет он форму свою не изменяет. У него все время то хуже, то лучше, то хуже, то лучше. И ничего особенно не происходит. Наша задача понять так вот эти вот идеи, чтобы эти митохондрии у вас никогда не разрушались, а только не прибавлялись. И вот получается, что факторы те же самые, там, допустим, аминокислоты, те же самые гормоны. Но опять говорю, это не столь важно, как в этом случае. А вот главное, чтобы там был кислород. И главное, чтобы ионов водорода было как можно меньше. Входит такой вот тренировочный программ. Вот возникает вопрос, как сделать так, чтобы работали гликолитические мышечные волокна, и чтобы они не закислялись. Это вообще чушь собачья, такого быть не может. Потому что вы начинаете работать с гликолитическими мышечными волокнами, а там же нет митохондрий, мало их. Они начали работать, они сначала АТФ и КПФ тратят, 5 секунд, 10 секунд проходит, а потом они обязательно закислятся. Поэтому, ну как, иначе просто не может быть. Значит, вот фокус заключается как раз в том, чтобы ограничить продолжительность выполнения упражнений, не дать мышце закислиться. И тут получается уже сразу, видите, начинаете догадываться, 15 секунд это очень много, это уже сильное закисление.
А вот если интенсивность больше 80%, соответственно, да, это же критические мышечные волокна. Интенсивность упражнений, как правило, это темповые упражнения, ну где-то 80% тоже от максимума возможно. А вот продолжительность какая должна быть? Вот получается так, что в зависимости от интервала отдыха, вернее, так сказать, опять, если вы штангу жмете, да, то выжили, положили, немножко отдохнули. Выжили, отдохнули. Или бег, или темповое движение со штангой, с небольшим весом. Будет немножко все по-разному. Но если это брать бег, то это, как правило, 3 секунды всего-навсего. 5 секунд это все. Если это прыжки, то это может быть, ну, допустим, там, 5-10 отталкиваний. Если это жим штанги, допустим, это всего 10 раз. Причем вес этот 80% в данном случае может быть великоват будет, потому что на самом деле здесь вот указан не вес штанги, а интенсивность, которой мозги ваши работают. Поэтому взяли штангу весом 20 килограммов грифа, и что из силы их начинаешь дергать, у тебя те же самые 80% интенсивности получается. Я об этой интенсивности говорю, что задача включить бикритически. А вот как ты их включаешь, либо большим весом, либо средним, либо маленьким, это уже ваш выбор. Итак, вот 10, так сказать, отжиманий штанги небольшого веса, ну порядка там 30%, может быть даже 50%, но с максимальной как бы интенсивностью, да? Вот тогда это будет, то есть это вот, это вес, а это интенсивность. Тогда будет более-менее нормально. Короче говоря, надо истратить небольшое количество АТФ и креатинфосфата. Тогда это будет все восстановлено в гликолитических мышечных волокнах за счет анаэробного гликоза, все правильно. Но степень закисления будет маленькая, потому что мало энергии истрачено. А куда денется ион водорода? Куда денутся лактат в этом мышечном волокне? Частично это будет использовано для митохондрий, которые там есть. Их мало, но они есть. А другая выйдет в соседние ткани и будет там переработана. Вот сколько надо ждать времени, чтобы переработать эту молочную кислоту, да? Примерно 45 секунд это считается минимальное время. А так можно и больше, можно 60 секунд, пожалуйста. То есть меньше 45 секунд будет уже плохо, а вот от 45 секунд и больше это уже без проблем. Количество повторений, поскольку надо увеличить митохондрии, это, как правило, длительная работа, это будет там 30 раз можно повторить. Вот после 30-го раза уже работоспособность начинает теряться. И для того, чтобы выполнить все-таки большой объем работы, рекомендуют тренироваться, ну, можно тренироваться 4 раза в неделю, да? А можно тренироваться 14 раз в неделю. То есть 4 раза это, так сказать, минимум, который, ну, достаточно, чтобы стать мастером спорта. А вот 14 раз это суперподготовка, какому-нибудь специализированная подготовка, да, специализированный сбор на 20 дней, и вы по 2 раза в день тренируетесь, по 3 раза в день тренируетесь. И на каждой тренировке делаете по 30 вот таких вот.